она заточила принцессу на вершине башни. Эта башня производит энергию. Вы должны проникнуть туда, забраться наверх и покорить эту вершину. Значит, мы должны проникнуть внутрь этой штуковины. Смотрите, ребята, что я делаю. Настало время супертяжелых, суперкосмических ударов. Поднимайтесь наверх, Анжелика на самой вершине. Но здесь нет даже лифта. А разве вы не легендарные герои? Хорошо, лягушата умеют прыгать. Этот излучатель подсоединен к моим главным энергетическим батареям. И даже твой волшебный амулет не защитит тебя от его лучей. Я предлагаю тебе отдать амулет добровольно. Никогда. Ну, тогда прощай, принцесса. Пришел твой конец. Так думает только свинья. Прекрасно, королева тьмы. Ты раскрыла свои планы. Вы недоумки. Вы думаете, ваша энергия сильнее моей? Срабатывает безотказно. Однако нам будет непросто усмирить этот энергетический торнадо. Послушайте, это и есть ее главный генератор. Если его взорвать, это будет самый мощный взрыв. Сказано, сделано. Нет. Птица, немедленно вывози нас отсюда. Я не могу поверить. Мой генератор разрушен. Теперь я бессильна. Это все боевые лягушата, ваше величество. Теперь мы не сможем сражаться с ними. Я не собираюсь сдаваться. Я мобилизую все свои оставшиеся энергетические резервы. И я обещаю, мы их уничтожим. Эй, лягушка, ты живой? Что здесь происходит? Я же говорил, чтобы не видел вас втроем. Вы нарушили мой приказ. Я исключаю всю вашу троицу. Вы не должны так поступать. Мы межгалактические герои. Да, самые череподробящие боевые лягушата на свете. Я не просто исключаю вас из школы. Я добьюсь, чтобы вас поместили в исправительное учреждение. По-моему, кое-кого надо проучить. Становимся бородавчатыми боевыми лягушатами. Они не просто злодеи, они ненормальные люди. Вызывайте полицию, вызывайте национальную гвардию. Ну что, кто хочет сразиться с нами? Внимание, послушайте, земляне. Укрывая боевых лягушат, вы совершаете преступление. И поэтому я, властительница тьмы, приговариваю вашу планету к смерти. Нет, вы посмотрите, она приближается к нашему дворцу. Она хочет разрушить наш дворец. Попробуем проникнуть внутрь этой летающей пилы. Вы, жалкие зеленые лягушки, сами пришли ко мне в ловушку. Тебе никогда не одолеть нас, космических суперлягушат. Ах, вы, зверские лягушки, да я просто уничтожу вас. Огонь! Нет, 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 ваше величество, не делайте этого.
Оболочка разрушена. Надо спасаться, пока пила не потерпела настоящую катастрофу. Это злобная леди, космически глупа. А чего еще ожидать от того, кто берет на службу скотину? Держись, боевые лягушата! Ну что, вы до сих пор считаете, что нам вредно быть вместе? Конечно, нет. Кому может прийти в голову подобная чепуха? Тогда позвольте представить вам наших друзей. Это профессор Птица Ти, а это Анжелика. Обращайтесь с ней как с принцессой. Она и есть принцесса. А вы, три моих галантных лягушонка, настоящие герои. Еще никогда красивая леди не обнимала трех лягушек сразу. Какой замечательный протоновый дефрактор. Вообще-то это обычная авторучка. Дайте, пока не укололи. Ну что, прыгнули? Боевые лягушата!